В Югре стартовал 6-й гуманитарный форум гражданской инициативы регионов 60-й параллели. На него зарегистрировалось больше 1500 участников, экспертов и активистов из разных регионов и стран. Форум открылся с пленарного заседания, в котором приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона представила на суд экспертов два крупных окружных проекта. Это «Неделя добра» и конкурс на грант губернатора. Например, за 3 года работы гранта на поддержку некоммерческого сектора из окружной казны направили 445 миллионов рублей. Грант губернатора был полностью переведен в электронный формат. На наш взгляд, это существенно повлияло на снижение административных барьеров и, возможно, не очень удобных условий вхождения в конкурс. Сократило время и издержки на оформление отношений, включая выплату, собственно говоря, гранта. И простимулировало создание потока новых проектов и новых участников. Гражданское общество, как известно, это общество высокой самоорганизации, и гражданские активисты, как правило, предлагают нестандартные подходы к решению известных проблем. Они острее их чувствуют, они достаточно свободны для того, чтобы экспериментировать. И вот форум становится такой традиционной площадкой для этих экспериментов, обмена опытом. И на сегодняшний день это действительно уже выработка инструментов оценки эффективности. Добавлю, в программе запланировано более 4 десятков мероприятий. Это семинары, практикумы, лекции и презентации. Они пройдут как вживую, так и онлайн. События будут разделены на тематические треки. Каждый посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях развития гражданского общества. Основа устойчивого развития Югры – это развитое, сильное гражданское общество с высоким уровнем креативного мышления и высокой открытостью к инновациям. Это основное, что позволяет двигаться вперед, меняться в этом изменчивом мире и при этом оставаться эффективными, оставаться дружественными к природе и ориентированными, безусловно, на человеческие ценности.